Глазового. Смешнее, чем у него, я не встречал юмористок. Сейчас я вас познакомлю с некоторыми. Сказавин. Пардон, гарсон. Фужер коньякессо. Порціоні бівштексіно. Гарнір картоплессо. Шмигнув кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю, і коньяк в фужері. Зрадів Пилип, як дитина. А, штука непогана, не така вже вона й хитра мова італьяна. Бери слово, яке знаєш, та кінець доточиш, і вже тобі несуть випить, і їси, що хочеш. Посміхнувся кельнер хитро, хитнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою. Відуть єль пізьмаком дуля, ані картоплєсси, єслі б не був мой бабуля, родом із Одеси. Между прочим, первая легенда о том, как Бог создал женщину. Однажды к Богу пришел мужчина и сказал, что ему одному скучно. И вот тогда Бог решил подарить ему подругу жизни – женщину. Но так как весь строительный материал был уже израсходован на мужчину, то он решил взять ранее им созданное. И так он взял задумчивую грусть луны, свежесть утренней росы, стройность тростника, аромат розы, влюбленность голубки и сладость меда. Смешал все это вместе, но во избежание приторности добавил слезоточивость облаков, непостоянство ветра, хитрость лисицы, трусость зайца, мстительность осы, жадность акулы и все ужасы стихии. Потом смешал все это вместе, и вот из этой смеси получилась прекрасная женщина. Бог вдохнул в нее душу, передал мужчине и сказал: «Мучайся с ней, но береги ее, ибо повторений не будет». Еще одна короткая легенда о том, как Аллах создал вино. Однажды Аллах убил пролетавшего над горной вершиной орла. Взял 100 грамм крови, помешал, попробовал. Хорошо. А вот чего-то не хватает. И вот тогда Аллах убил барана. Взял 300 грамм крови. Помешал, попробовал. Хорошо. А вот все равно чего-то не хватает. И вот тогда Аллах убил свинью. Взял 500 грамм крови. Помешал, попробовал. Хорошо. И вот с тех пор повелось. Выпьет человек 100 грамм
чувствует себя орлом. 300, ну вот бараном, что ли, а вот 500 грамм. Под пиво или из-под водки стоило 12 копеек. Вот две бутылки сдал, купил две буханки хлеба. А вот сейчас прикиньте, сколько нужно выпить, чтобы за сданную посуду купить буханку хлеба. Безработных в Советском Союзе не было. Наоборот, каждое предприятие приглашало на работу. Если человек не работал, его называли тунеядцем. Существовала даже статья уголовная. Вот если женщина, это отношение мужчины, если женщина не работала, ее называли домохозяйкой. Так, ну вот такие объявления можно было прочесть в те времена на досках объявления различных предприятий. А в ручной фабрике требуются молодые женщины для закваски и пожилые женщины для засолки. Кондитерской фабрике номер 3 на постоянную работу требуется рабочая сила в количестве 5 человек. 2 в обвертку и 3 в начинку. Или вот такое объявление. Лодочная станция. Нужен был лодочник. Мужчина, потому что лодки потаскали. Он выдавал лодки на прокат. И вот такое объявление. Требуется мужчина на прокат. Или вот такое объявление. Городскому кладбищу номер 3 на постоянную работу требуется сторож. Жилплощадь предоставляется по месту работы. Правда, в то время был дефицит. Копченая колбаса, кофе. Вот, если помните четверостища, растворимый кофе привезли на базу, растворился сразу. Вот, если нужно было пошить костюм, то шли в ателье со своей тканью. Поэтому в детской ателье можно встретить было такое объявление. Делаются детские кофточки из шерсти родителей. Какая уж тут эпиляция, надо шерсть отращивать, чтобы ребенок в кофточке ходил. А как вам такое объявление? Водители! Это объявление на дороге. Водители, остерегайтесь мест, откуда выходят дети. Нашли, чем водителя напевать. Приняли, встретили. И дальше разговор происходит на самом популярном в мире ломаном английском языке. Ему говорят, you are welcome, sir. Do you want a wonderful white woman? Желаете хорошую, симпатичную, прекрасную белую женщину? Ну, он тоже немножко английский язык знал, говорит, no. Do you want a wonderful black woman? Хотите черненькую? No. Do you want a man? Может, мужчину хотите? No. What do you want? Что же вы хотите? I want Russian consul. Русского консула хочу. Но желание клиента закон. Те стали, посовещались, подумали, правда, он их слегка озадачил. А потом и говорят ему, yes, it's possible. Да, это возможно. But it'll be very expensive. Но стоит будет очень дорого. Но другое дело в наше время. В наше время люди платят деньги, их получают загранпаспорта, в Америке их могут даже сфотографировать на фотокарточку. Да, и через месяц получают загранпаспорт. Можно ехать в любую страну. Покупаете путевку в туристической фирме и, пожалуйста, езжайте. И вот одна семья, муж и жена, получили новые паспорта. Ну, а их сфотографировали, и жене не нравится, как сфотографировали. Ну, действительно, искажение получилось на фотографии. И жена говорит все время, ой, ну что же это такое, так исказили, да я же не похож на себя, ну что же это такое, ну что же это, ну не могут фотографировать. И так целые минут 10. Ну, мужу это надоело. Он говорит, слушай, да пусть там в паспорте будет хоть баба-яга, лишь бы на тебя была похожа. Так, ну это я немного отвлекся от Павла Лозового.
Сейчас возвращаюсь снова к тому, от чего отвлекся, то есть к Павлу Прокофьевичу Глазовому. Это гумореска, я думаю, понравится всем женщинам, так как здесь рассказывается о том, как приготовить национальное украинское блюдо. Называется «Як ми з кумом вареники варили». Кум поїсти неабиякий мастак. Що не зварить йому жінка, все не так. Виридує, як з'їдаю твій обід, так наче гирю закладаю у живіт. Он та рік я в ресторані, каже, був, так ледве миски з диваляєм не ковтнув. Диваляй – это куриная котлета. Там таку дають підливу, смак і шик. З нею з'їсти можна навіть черевик. Раз в неділю ми зостались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми з кумом закурили, сидимо. Я наліво, кум направо, плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай. А ми зваримо вареники давай. Наладимо вночі свіжої води, пів мішка муки насипали туди. Взяв качалку я, кум мій макогон, тісто довго завісило, як гудрон. Дріждів кинули дві пачки. От красота! Потім перцю, ще й лаврового листа, тісто витягли на стіл, ми та й січем. Я ножакою, а кум мій сікачем. В казані кипить, аж піниться вода, я ліплю, а кум вареники вкида. На усах у мене тісто, в кума сир, кум по кухні походжає, як командир. Хай живіт, говорить, лопне, а жінкам от таку нікого вареничка не дам. В казані вода вирує, булькатить, сир гарячий нам на голову летить. Покипіло так не більше 2 годин. Бачимо, злиплись всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай вже буде і так. Покоштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Я виделкою, кум ложкою їмо. Я помалу ремагаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє? Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізуть злоба, не ковтне. Просить, стукнеш по потилиці мене. Я як двину його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Те, що я не з'їв, а кум мій не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру та й заснув. Цим закінчується розповідь моя, як вареники варили кум і я. На весь час.